бросают его в один из автопогрузочных... Я сейчас все объясню. В прошлый раз я должен был уже выключать Warhead. Уже время поджимало. Я остановился на записи диктофонной, поэтому сейчас я быстренько этот момент перепройду и вернусь к вам. Предлагаю освежить память и пересмотреть этот видеоролик. Я пока за водой хоть схожу. Эмерсон, это псих. Я нашел контейнер. Ты должен пробраться в этот поезд. Какого черта? Вот и я пришел. Кстати, готовьтесь. Прерываю запись на 5 минут, чтобы дать рекомендации относительно изучаемого объекта. Шон О'Нил. Заключение. Не отреагировал должным образом на синий код. Рекомендации. Немедленное исключение из всех программ особых сил без возможности восстановления. Расследование по делу отряда хищника закрыто. Из сердца ада. Глава номер 6. Ну, это была запись того, почему на месте Шона О'Нила встал Номад. Номад смог отреагировать на синий код, а О'Нил, к сожалению, нет. Вот. Ну, как-то так, наверное. Сейчас будет одна из самых худших глав. Здесь еще придется попотеть, на самом деле, с этим поездом. Я вам серьезно говорю. А как же мне плохо, кожа... как же она свербит, как же она колет. Так, погнали. Псих, это Эмерсон. Пока мы не разработаем план выхода, твоей главной целью остается поезд. Не отставай от него, а если удастся, захватим. Понял. Этот поезд движется к аэродрому. Если контейнер окажется в руках полковника Ли, все кончено. Мы видели, какие разрушения причинили эти существа на острове. В настоящий момент сложно сказать. Кто опаснее, корейцы или эти твари? Если полковник Ли получит свою посылку, нам конец. Максимум силы. Ай-яй-яй. Максимум силы. Недостаточно. Максимум брони. Ну поезд-то я вряд ли захвачу. Вот говно. Не, я, конечно, не против на этом поезде поторчать, но... Вы меня тоже должны понять. Это не лучшее занятие. Так. Пошел нахер. Козел. Умрите, суки! Я здесь решаю пока. Кому стоит жить, а кому сдохнуть? Корейцам завещаю сдохнуть. Fuck yeah! Я сегодня просто зверь. Нет, тихо, нет,
псих очень плохо. Ну ладно, пока вроде нормально. Знаете, что я думаю? Давайте на этом моменте сохранимся, потому что я уже проехал, ну, немало, скажем так. Скажем так, друзья, вот. Поэтому давайте лучше сохранимся лишний раз. Погнали. Алло, козлы. Я уже готов к вам. В полный боевой. Чтобы другим неповадно было, уничтожу лучше этот джип. Так. Что у нас следующее, друзья? Давайте смотреть. Ну, поезд едет очень медленно, за ним на самом деле бежать-то нетрудно. О, понял. Тихо! А это Унил. Псих! Унил? Ты! Беспокойный сукин сын! Ты знаешь, сколько я тут кружил, высматривая тебя? Унил, какое у тебя здесь задание? Мэм, я вернул морпехов. Теперь на поисково-спасательной операции. Этой операцией руковожу я. И спасатели нам тут не нужны. Занимайся своими делами. Но в мою миссию не вмешивайся. Ты понял? Понял, мэм. Ну и пофиг. Похоже, поезд замедляется. Что они собираются делать? Система автоматически останавливается у следующей станции. Посмотри, удастся ли тебе захватить поезд. Я готовлю для эвакуации тяжелый транспортник. Но на это требуется время. Унил, ты видишь какой-нибудь переключатель или что-то похожее? Из-за рельсов выглядывает башня. Может, это диспетчерская вышка? Похоже на то. Я залезу туда и устрою им козу в огороде. Только на этот раз не забудь предупредить меня до того, как произойдет ядерный взрыв. Что-то не уничтожается грузовик, ну ладно. Ладно, я пошел. Тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай. Аккуратненько. Готов. Маскировка. Нифига себе, вы что там удумали-то? А, тут мины, наверное. Хотя фиг её знает. Ну, ежи есть. Максимум брони. Ладно, не ежи, я пошутил. Маскировка. Противотанковое заграждение, окей. Противотехническое, точнее. Ну что, ублюдки? Маскировка. Медленно, медленно я продвигаюсь к этому дерьму. А вот и курицы. Достаточно энергии. Но... Эй, что за черт? Они не должны были стрелять в меня. На схеме шахты эта вышка действительно обозначена как пункт управления рельсовой системы. Заберись туда и обездвижь поезд до того, как он тронется. Он и так не тронется, я даю подсказку. Маскировка активирована. Максимум брони. Ты упал с вышки, тебе еще и нормально, я смотрю? Или это не ты? Я думаю, у меня что-то багануло, и это тот чувак... Не-не-не-не-не. Не-не-не, я ошибся. У того снайперка была. Маскировка активирована. Так, перед этим я уничтожу, пожалуй, пару придурков, загулявших тут. Недостаточно. Скорее забирайся в диспетчерскую, псих. Я так долго не протяну. А я протяну. Максимум брони. Изи. Окей, до вышки немного осталось. Реально, совсем чуть-чуть. Вы что, дебилы там? Что это за фигня сейчас была? Эй-я, привет. Достаточно энергии. Серьезно? Маскировка активирована. Не смешите меня, вы всего лишь корейцы. Убивай. Я их поджарил. Это я их поджарил. Не путай, Унил. Маскировка активирована. Окей, друг, все равно спасибо за помощь, я пошел. Максимум скорости. Так, лезть. Ну да, я забыл, что... Подождите, а я туда ли лезу-то? А, ну да, больше некуда.
Сейчас заблокируем проезд. А, черт, поправил микрофон, кожа на локте начала кусаться. А, больно. Так, патроны, что? Черт. Что? Похоже, кто-то меня опередил. Поезд трогается. Отличный план. Да пошел ты. Псих, продолжай следовать за поездом. Мы не можем его упустить. Я пошел. Прикольно. Псих, я пока не могу сообщить расчетное время прибытия тяжелого транспортника. Передаю это руководству. Где мы можем устроить засаду? Подходящее место находится за мостом через реку Анг. Отряд моих инженеров движется к мосту, чтобы перекрыть его. Как только это будет сделано, мы перейдем к захвату контейнера. Понял. Ого! Глазам не верю. Эти чертовы механики меня кинули. У меня закончились боеприпасы. Парень, ты же ведешь поисково-спасательную работу. Чего же ты ожидал? Да, поиск и спасение. Будь они неладны. Слушай, я все равно могу помогать. Я буду с воздуха отслеживать объекты до тех пор, пока хватает топлива, хорошо? Ты здорово мне поможешь. Ну что ж, начинаем. Корейский поезд приближается слева. Ёб твою мать! Маскировка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Придурок! Ай, больно. Ну нормально, меня там уже ждут. Справа сейчас будет корейский лагерь. Это хирург. Что? Что? Что меня убило? Что меня убило? Что меня убивает, алё? Справа сейчас будет корейский лагерь. Взорвите белые бензобаки. Да ну в жопу, Анил, иди ты. Маскировка активирована. Хорошо. Да. Справа приближается корейский поезд. Закидывайте гранатами первую огневую линию. Какими гранатами? У меня ничего нету. Вооруженный конвой. На 9 часов. Оружие к бою. Понял. Минус все. Окей, поезд до реки, кстати, уже почти добрался, друзья. Остаются считанные минуты. Буквально, ну, 1-2. Если видите на этой карте мост в квадрате... Смотрите на квадрат. B6. Видите? B6 и C7. Вот здесь находится мост. И, по-моему, если я не ошибаюсь, нам туда. Ну, чтобы засада была. Слушайте, надо было сразу за этот гранатомет садиться. Так, что я сделал? Извиняюсь. Сейчас мы добьем, наконец, эту миссию. Ну, поезд реально медленно движется. Ну, сферу мы уже миновали. Ай-яй, кто? Умри, падла, умри. Изи. Все, сейчас будет подрыв поезда, по-моему. Ну, там инженеры должны уже все положить. Справа от выхода из туннеля несколько корейцев. Еба. Ты посмотри, что они делают. Несколько? Здесь только один был, ну ладно. Вот мы и прибываем. Вот и инопланетяне зашевелились. Перед тобой болото, псих. И я ни черта там не вижу. Я тут покружу, пока ты оттуда не выберешься. Но у меня топливо на исходе, понял? Понял, Анил. Спасибо за все. Не помешает тогда сохраниться, что я... Что ж я сижу-то? Так, сохранить... Ну, сохранить... Сохранить... Ну, на всякий случай.
Вот мы уже подъезжаем к последней прямой. Если я ошибся с мостом, значит нам надо в квадрат F7. В квадрате F7 тогда будет мост. F7 и G8, где-то вот так вот. Ну, F7, наверное, да. Ой, инопланетяне. Псих, это Эмерсон. Пророк и Номад выбрались из сферы. Отлично. Номада призвали обратно на главный авианосец. Я пытаюсь добиться его присоединения к операции по захвату контейнера. В присутствии Номада нет никакой необходимости. Я и сам могу справиться. Ты не входишь в отряд хищника. Ну и что? Я уже здесь и весь киплю. Твой транспортник даже не сможет поднять груз. Я могу вернуться на базу и подготовиться. Но это может сделать и Номад. Знаешь что? К черту Номада! О'Нил, послушай меня внимательно. Твои предыдущие похождения служат для меня веским основанием считать, что твое присутствие навлекает риск и на миссию, и на моих людей. К его послужному списку это не относится, мэм. О'Нил здесь, он готов участвовать в миссии и может обеспечить доставку груза. Ладно, псих. До сих пор ты оказывался прав. Поверю тебе и на этот раз. Приступайте. Послушай, псих, у меня топливо почти на нуле. Я подготовлю транспортник к эвакуации. Ты знаешь, что делать. И не наломай дров в этот раз. Постараюсь. Поезд сбрасывает скорость. Остановка системы не предусмотрена. С контейнером что-то происходит. Псих, мы засекли неопознанные объекты на высокой скорости, движущиеся в твоем направлении. Они окружают контейнер. Что ты видишь? Пока ничего. Не нравится мне все это. Сейчас начнется жара. Поэтому я сохранюсь. Знаю, слишком много сохранений, но я все-таки не доверяю то, что буду попадать во всех. Поэтому я не доверяю себе в первую очередь. Давайте, говноеды, я жду вас. Пускай я буду полностью замаскирован. Я не знаю зачем, но ладно. Мы полагаем, что их целью является контейнер. Охраняйте его. Приближается группа вражеских объектов. Еще нескольких засек радар дальнего действия. Удачи. Буду держать вас в курсе. И вот и они. Тупые козлы. Ну что, козлы, я готов. Идите сюда, уроды! Максимум враги. Ну, давай. Достаточно энергии. Оу, Что там? А, он их хиляет. Точнее, щитом делает. Ну, подходите, я жду вас. Hello, guys, идите сюда. Этот придурок меня найти не может. О, убил. Ну что, остается сколько там? Двое, трое. А может и больше. Вы сюда, сюда, сюда прыгайте. Давайте. Слушайте, они ближе не подходят. Маскировка активирована. Сейчас сделаем по-другому. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Нормально. Я уже иду. Надо убить того, кто их хиляет. Максимум брони. А, нет! Нет! Нет, сука! Максимум брони. Псих, к тебе идет еще одна группа. Спасибо, Эмерсон. Максимум скорости. Маскировка активирована.
Я как бы с этой-то еще не справился. Недостаточно энергии. Оп. Стой, надо запрыгнуть, псих. Оп. Найс. Максимум брони. А, вот вы где, падлы. Судари, я вас понял. Вы еще не готовы ко мне. Маскировка активирована. Достаточно. А почему я выхожу из невидимости, когда на турели стою? Я думал, когда ну, совершаешь какие-то действия, я просто на курок по факту нажимаю. Ну ладно. А вот он. Минус. А все? Псих, внимание. Это была последняя атака. Сопровождай контейнер к мосту. Когда он будет там, готовься к эвакуации. Это была не последняя атака. Я еще с этим не справился. О, поезд продолжает движение. Окей. Придурки. Ну, будем считать, что я всех убил. И вот мы уже подбираемся к мосту, друзья. Это была шестая миссия, предпоследняя в игре Crysis Warhead. Это Эмерсон. Инженеры докладывают, что мост перекрыт. Оставляю вас наедине. Мы не сможем забрать всем их пока. Раньше, чем контейнер. Так что не забудь о них на обратном пути. Ты абсолютно уверен в том, что О'Нил справится? Намат готов вступить в игру в качестве пилота. Мэм, это было единственное легкое решение из всех, что вы приняли за день. Хорошо. Инженеры ждут вас. Помните, если эвакуация контейнера окажется невозможной, он не должен достаться корейцам. Повторяю, если вам не удастся вывести контейнер, уничтожьте его. Максимум скорости. О'Нил, я на мосту. О'Нил, ты меня слышишь? Это не твоя вещь, американец. Ну тогда спускайся сюда и отними. Кража — это грех. Поздоровайся с другом. Его поймали на нашем поезде. Вот тебе и Женевское соглашение. Черт!
Останови его! Брось меня! Нет! Давай! Ты будешь жить! Да.